Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новые интересные спикеры. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Олег. Мы представляем компанию Ghibli Virbel, производитель клинингового оборудования итальянского производства. Buongiorno, меня зовут Mauro. Я генеральный директор и соучредитель Ghibli Russia. Расскажите, пожалуйста, чем более подробно, чем занимается ваша компания, сколько лет на рынке? На российском рынке мы уже с 2014 года, так компания уже более 50 лет, производим именно клининговое оборудование, перекрываем абсолютно всю сферу в этом плане. Расскажите, вы работаете с крупными ритейлерами или у вас есть, может быть, и маленькие компании тоже ваши клиенты? И так как и маленькие компании, так и крупные наши клиенты являются. Мы здесь на выставке для того, чтобы найти потенциальных клиентов, соответственно, во всех сегментах. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о нашей выставке. Насколько вам нравится наш ивент? Может быть, вы уже увидели какие-то интересные решения на стендах наших коллег? Да. Ну, выставка интересна. Первый раз мы были здесь. Мы уже встречали несколько потенциальных клиентов. Интересные решения есть. Например, экология уже, вот это, уже тема хорошая тоже для нас, потому что у нас несколько как решений для экологии. Потому что в Европе это очень важный момент. И уже в России тоже появится вот такая ситуация. Россия в этом плане обычно догоняющая, но мы надеемся, что Россия скоро тоже встанет на рельсы экологичности и весь рынок придет к этому. Спасибо вам большое и надеюсь, что и ваша работа сделает нашу жизнь чище и ближе к природе. Спасибо большое. Спасибо.